Доброе утро всем! Сегодня мы будем завтракать яичницей. Вот так вот я ее присыпаю моцареллой. Получается очень вкусно. Всем привет, ребята! Это мой завтрак. Хочу его показать. Два помидорчика, два огурчика и два яичка. Или одно. Два. Да, два. Вот. И сегодня я иду первый раз в школу. Вот. Да, это очень интересно. Мы обязательно покажем, что там и как будет начинаться. То есть учебный год сегодня будет стартовать. Да. Вот, в Америке. Мне очень страшно. Ничего, все нормально, все в порядке. Ну что? Поехали. Всем привет еще раз. Мы идем в школу. Вот такой вот у меня лук. Да. Сегодня. Вот такой у нас красивый рюкзак. Мы вам показывали, нам его подарили. А вот, ну и это у тебя что, толстовка? Да, ну да. Да, Виолетта сама ее выбирала в магазине, и она очень понравилась с лошадками. Да, еще у меня вот такой вот... Подковка. Да, подковка. Да, это тоже был подарок женщины хорошей, которая дарила и рюкзак на день рождения, и вот эту вот подковку на счастье. Да. Ну что, в новую жизнь? Ура! Ребята, я уже пришла в школу. Сейчас буду заходить. Мне нужна маска, поэтому я быстро пробегу и возьму маску. А Виолетта убежала в школу, а я перед своими курсами встретилась с подружкой попить кофеёк. И посмотрите, какой у нее красивый маникюр. Вау, мне очень нравится. Ну и у меня красивый, типа. Смотрите, я оказалась на территории университета. И посмотрите, сработала пожарная сигнализация, и все люди вышли из корпуса. Слышите, пикает. Вот, вот так тут работает система. Вот, ну, хотя ни огня, ничего не видно. Вот как-то так. Ребята, ну все стоят, видите, никто не учится. Проверяют здание. Что происходит, непонятно. Смотрите, и в этом корпусе сработала пожарная сигнализация, и выходят студенты. Что это? Непонятно. Я в шоке. Первый раз тут такое вижу. А сейчас мы с вами зайдем в аптеку, в которой продаются разные средства для волос, для лица на втором этаже, все что угодно. Вот, а я хочу купить краску для волос. Дело в том, что у меня есть скидочный купон, действие которого заканчивается сегодня на $2. Вот, и я хочу посмотреть, сколько стоит тут краска. Вот, и, может быть, даже купить. Разная косметика. А где же наша краска? Краска, ау! Пока ее не вижу. Ура! Я у цели. Сейчас буду смотреть и выбирать, какая краска мне нужна. Видите, сколько ее много. Разные-разные. Ну, смотрите, я обычно крашу лореалевской краской волосы. Я считаю, 11,79 это дорого. И $2 скидки меня не спасут. Так как я сегодня буду еще рядом с другим магазином, я зайду, посмотрю в другой магазин. Вот. И если там будет дешевле, я куплю там. А нет, вернусь сюда. Ну что, поехали! А я узнала, что только что происходило в университете. Оказывается, там не было никакой пожарной ситуации, просто они тестировали пожарную сигнализацию. Вот. И поэтому они попросили студентов и преподавателей выйти и объясняли им, где надо находиться, на каком расстоянии надо находиться, вот, от возможного объекта возгорания, чтобы туда имела доступ машина пожарная. Я считаю, это очень здорово, вот так вот предупреждать людей, вот, и давать им возможность знать, что и как надо делать в экстремальной ситуации. Из аптеки мы с вами уже ушли. Там мы посмотрели цену на краску для волос, которую мне надо купить. Так как я Виолетту сегодня провожала в школу, у меня есть время перед моими курсами пройтись по магазинам.
потому что я вышла слишком рано для меня. Вот, и для моего английского класса. Вот, поэтому сейчас мы с вами направимся в другой магазин, где сравним ценовую политику на краску и либо сразу купим, либо после курса вернемся в аптеку. Sorry, I from Ukraine. I study English 1 month. Слава Украине. Thank you so much. Слава Украине, героям слава. Yes. Good guys are winning. Dogs very very good. He's a little over a year this time. Your pet's Schnauzer. Your daughter, yes, no? Schnauzer. Schnauzer, yes. They, yes. Miniature schnauzer. Yes. They're harmless. They don't buy. Okay. Guys, wait. Have a good day. You too. Thank you. Bye bye. Slava Ukraine. Слава Україні. Слава Україні. Good Slava job. Ukraine. Yeah. Героям слава. Bye. Только что была такая забавная ситуация. Я на улице второй раз уже увидела мужчину с двумя собачками, американца. Вот. И собачки, как всегда, ко мне побежали. А я говорю, что я украинка, потому что он мне что-то говорит, а я его не понимаю. Это ужас какой-то. Вот. И он такой снял шляпу и, представьте, говорит: «Слава Украине!» Я вообще была в шоке. Я говорю: «Героям слава!» То есть вот настолько американцы поддерживают нас, украинцев. Вот. Ну, постояли, пожелали друг другу хорошего дня. На большее пока я не способна разговаривать, к сожалению. Мне очень стыдно, но с другой ситуации я изучаю английский всего 2 месяца. Вот, не всегда хватает времени, не всегда, вы знаете, срабатывает память, но вот как-то так. Надеюсь, что скоро смогу разговаривать как надо с людьми, вот. Если бы я сейчас шла со своим оператором, то она бы обязательно сняла, вот как и что это происходило. Ну, так могу только вам рассказать, как это было. Ну вот пока так. Уровень моего английского можно представить по такой сцене. Представьте, я говорю человеку: это собаки твоей дочери, но при этом пропускаю глагол. Он меня до конца не понимает и начал мне называть породу собак. И я поняла о породе только потому, что звучит на разных языках одно и то же название. Вот, так что вот представьте. Те, кто меня смотрит, кто собирается путешествовать или даже просто для себя, учите языки. Это очень и очень важно. А то мало ли, вот как бывает, вот нас судьба забросила, да, из-за войны в Америку. И вот, конечно, чувствовать себя вот таким дураком, это, конечно, очень и очень плохо. Я пришла в другой магазин. И сейчас мы найдем в этом магазине краску для волос. И посмотрим, какая тут цена будет. Так, вот она, 11,99, но это не та краска. Оу, смотрите, 11,99 цена моей краски. Следовательно, я куплю в аптеке и воспользуюсь $2 скидки. Смотрите, я в магазине решила взять жвачку по скидке 2,29. Вот смотрите, что я вам хочу показать. Я вам хочу показать чек. Вот я купила жвачку, которая мне обошлась $2.29. И, внимание, на жвачку вот налог есть 16 центов. То есть всего я за нее заплатила не 2.29, а $2.45. Хотя, еще раз повторю, для не очень внимательных или тех, кто только впервые на нашем канале, на обычные продукты налогов нет.
Зачем мне нужна была жвачка? На самом деле только для того, чтобы иметь деньги для оплаты автобуса. Доллар в одну сторону. Потому что у меня мелких денег не было. А вот, а водители автобуса сдачу, к сожалению, не дают. Пока жду автобус, решила распаковать свою жвачку. И вот, смотрите, вот жвачки вот в такой интересной коробочке. Тут их 35 штук за 2 доллара 45 центов. Ну что, прикольно. Я уже еду с курсом. Сегодня я писала тесты. Вот. Понятно, это было очень сложно. Было 2 теста. Один тест, это надо было прослушивать и отвечать на вопросы. Второй тест, просто надо было ориентироваться по тексту и тоже отвечать на вопросы. Вот. Очень-очень сложно. Ну, посмотрим, справилась я или нет. Об этом мне скажут Свету. Еду на автобусе, и, как видите, автобус совершенно пустой. После курсов мы с вами вернулись в аптеку. Сейчас я здесь выберу краску. Смотрите, сняли 2 доллара, сделали скидочку. Итого у нас краска получилась 9,79 плюс 69 центов налог. 10,48 я заплатила.